Что это? Это ты виноват. Это все из-за тебя. Все было хорошо, пока ты снова не пришел в нашу жизнь. Действительно моя вина. Мить, что ты несешь? Ну в чем ты виноват? В том, что захотел повидать старых друзей? Или в том, что подарил Пат несколько дней счастья? В чем? Мить, ты все сделал правильно. Ну и что теперь? А что теперь? Все известно наперед. Меня, скорее всего, тоже арестуют. Правда, несколько позже. А вот Митька... Ты ведь позаботишься о нем? Я не собираюсь терять вас снова. Я не сдамся. Ты никогда не сдаешься, я помню. Готов идти до конца, даже вопреки здравому смыслу. Слушай, а ты можешь не ходить на работу пару дней? Могу. Значит, так и сделай. А ты? А я поищу того, кто сможет помочь нам вытащить Пат. Случилось. Я боялась звонить. Где ты был столько времени? Что с мамой? Ну, видишь ли, она должна была немедленно уехать. Так вышло, что она не попрощалась с тобой. Я понимаю, тебе тяжело и больно. Но это временное явление. Для твоего же ее блага. Скажи мне, ее больше нет? Она умерла? Ну что стряслось, Дмитрий? Ее арестовали.